Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня у нас инди-хоррор под названием «Песня хоррора, песня ужаса». Написано там снизу, что это ранняя демо песни хоррора, основанная механика, и сделать не представляет качество финального продукта. Так-то, поняли? Не представляет никакого, ох, нихера себе, перемещение, читать, слушать двери, интерактировать с дверями, открыть или закрыть документы, использовать предметы. Да охереть, вы что, с ума что сходите столько запоминать-то? Там столько кнопок было. Привет. Часть первая. Хушер, особняк. Ясно. Ну поехали. Хушер, особняк. Да? Да. Записка из хушера жены Катарины. Моему дорожайшему, больше литературному мужу Себастьяна. Дорогой, ты послал мне этот Джек в коробке. Вы что, издеваетесь, что ли? Окей. Давайте я не буду читать про Джека в коробке. А можно камеру отвертеть? Да ладно, ты что, в стиле, короче, этого? Резидента. И, кстати, Unreal Engine 4, если что. Так, на R, по-моему, держать, да? Слушать. И что? Типа послушали, и все тихо? Ну, пойдем. Это не открывается, говорит, прикинь. А почему? Ну-ка, тут. Ну и там вроде тихо. Открывай тогда ее. Во! Хорош! Красавец! Ну и что у нас тут? Тихо, что это посмотреть? Тоже на R, что ли, держать? Нет, наверное, на E, да? А как большая картина в маленькой комнате? Логика идти, твою мать. Так, что у нас тут? Письмо, адресованное Хашеру. Посылатель кто-то, называющий себя Исаак Фербер. Фербер, это финляндец какой-то, наверное. Или что-то типа того. Что у нас тут? Ну, вроде все тихо. Как прям Five Nights at Freddy's какой-то четвертый. Ходишь, слушаешь, что там есть, что нет. It's won't open. Не открывается опять. Блях, я тут запарюсь эти двери слушать. И себе в лицо, короче, подсвечивает. Понимаешь, как около костра страшная история рассказывает. Так же все светит, чтобы страшнее было. Ясно. А, мне нужен дверь, чтобы открыть эту гиль. Ой, ключ, говорю, мне нужен, чтобы открыть эту дверь. Ну-ка. Ну и тут все тихо. А что слушать-то? У нас вроде пока никто не появился, чем будем слушать постоянно эту херню. Да что ты будешь делать? Я не могу это открыть. Ну пойдемте ключ искать, ладно. Да, в такие игры, конечно, гораздо удобнее играть на геймпаде, как это правильно говорится, на джойстике. Или наоборот, это правильно говорится на геймпаде. Тут что-то где-то сверкало. Ага, спасибо. Я думал, здесь ключ где-то лежит, мы заходили, что-то сверкало. Тихо. Обычные часы, если ты старый став, я понимаю. Если ты, говорит, старый этот, то я тебя понимаю. Ну ладно. Это какая-то японская картина на стене. Она выглядит аутентичной и тихой, старой, если ты понимаешь меня или спрашиваешь меня. Или что-то типа того. Ну-ка. Все хорошо, все тихо. Меня просто интересует интервал, через который можно ухо твое отставлять. Ну мало ли там что-то есть. Бляха, охеренный хоррор, если он выйдет полностью, я просто буду рад. Мне просто уже по этому общему атмосферке. Кто-то там в тумане. Ну началось, хорош, давай завязывай с этим. Блин, реально прям вот в духе всех этих резидентов, Silent Hill'ов, вот всего вот этого. Это охеренно, но само собой он должен выйти на русском языке, иначе смысла от него будет маловато. Только ходить и пугаться, это неинтересно, надо знать историю и понимать. Так как здесь, я так понимаю, очень много будет записок, без истории здесь будет весьма скучновато. Тихие номера книг в другой руке, нормальные для писательского дома. Ну, окей. Опа, свет. Давай включим свет. Включи свет. Переключатель не выглядит, чтобы он что-то мог сделать. Не работает, судя по всему. Тихо, все. Окей, заходим. Заходи. Дом какой-то огромный, сука. Там еще второй этаж есть.
вот эти вот все куклы Вуду, эти все статуэтки, вот это все время во всех хоррорах таких, знаешь, этих мистических таких, не то, где там во зомби или эти монстры, постоянно есть вот эти куклы. А если сейчас речь зайдет по Африку, я вообще буду просто в шоке. А, кукла страшная, выглядит как будто она меня что-то пугает или что-то типа того. А эти книги могут легко бурнуть меня одного. Мировой глобус выглядит экспансивным. Лучше я не буду никак с этим взаимодействовать. Почему? Что тебе не понравилось в глобусе? Нормальный глобус. Опа, ноут есть. Спасибо. Уже стало получше. Блин, не, надо, короче, геймпад. Прям вот в нее играть на геймпаде будет одно удовольствие, серьезно вам говорю. Не работает. Прикинь, не работает. И нахер мне уже этот кабинет. А здесь бегать можно, нет? На пробел? Не. Блин, я боюсь на Escape нажимать, хотя это же Unreal. Не работает здесь пауза. Хотел просто управление еще раз посмотреть. В таких играх по-любому можно бегать. Только пока непонятно как. А все подряд кнопки трогать я не хочу. Так, ну ладно, здесь, короче, нихера нет, пойдемте вот сюда. Нам ключ нужен. Нужен ключ, чтобы открыть какую-то дверь. Скорее всего, от того, как мы дверь откроем, закончится, наверное, первая часть. Хотя это было бы слишком просто. Тихо все. Вот эта задумка с прослушиванием двери, это, по-моему, очень классная идея. Я ни разу такого не встречал. Ну, по крайней мере. Если не считать Five Nights at Freddy's, то да. Ни разу я такого не видел. Там надо слушать, чтобы закрывать. Какие-то ручные новеллы, не эти люди. И что-то вся херня. Игра, судя по всему, про дом писателя. Это не работает. Опять не работает ни хера. Чего у тебя ничего не работает, вечно? Главный герой. Какие-то часы мои бабка с дедом использовали, имели очень похожие одни такие. Ладно. Что такое тут? Стол сервирован для шестерых, но каждый покрыт нормально пылью. Короче, 6 человек в этом доме жило, если что. Мы не отсюда же пришли, там мы оттуда. Окей. Пойдем. Пойдем. Выключатель надо. Срочно. Опа, спички. Да что, спички? White Raven. Да, коробок спичек. Окей. Использовать. Зачем? Это несколько спичек в этой коробке. Окей. Винтать на И, судя по всему. Все сигареты наполовину выкурены. Страшная хаику. Лицо фигура, тень персона. Кто делает, нет выхода. Ой, в смысле? Бляха, привык на тап-то все. На тап-то все закрывать после этого фоллаута. И здесь пытаюсь на тап все это закрыть. Так, мы здесь подобрали спички. Ай, спички! Спички по-любому, да, смотри? Они зажгут камин. Прям жопой чую. У нас вон там еще одна дверь была. А, нет, даже две получается. Так, а я сколько дверей пришел-то? Вот здесь дверь, во-первых, есть. И вон там еще вторая дверь. Так, это какая 8-я минута? Вот здесь, короче, и запалим его на превьюшку. Потому что здесь более-менее освещение. 8,5 минут. Запомни цифру 8,5. А то мне скажешь. Ну смотри, свет везде загорается. Уже хорошо. Сильверный, серебряный, сортированный, но покрыт пылью. Это, наверное, имеется в виду сервиз. Окей. Нет никого, заходи. Да бля, хочу все комнаты пооткрыты. Я сейчас запутаюсь уже здесь. Нарисованный, чисто сделанный ребенком. Я чувствую какой-то бред. Наверное. Ребенок бред какой-то нарисовал. Что это такое? Никто не мыл это, короче, и они пахнут как дерьмо. Как долго это здесь валяется? Опа, а что такое? Ручка. Чего? Ручку возьми, я говорю. Это же ручка? А, это ключ. Во! Ключ! Ключ с запиской. С какой? Хер его знает, с какой-то запиской. Бляха, одни двери, ты посмотри, а! Сначала сюда. Не-не, вот сюда.
Да вроде чисто. Давай ты не откроешься, пожалуйста, дверь. Фу, спасибо тебе большое, дверь. Обожаю тебя. Эй! Даниэль не смог это сделать. Поддержи нас на кикстартере. Ты издеваешься? Бляха, вот надо было не послушать-то сейчас, а? Но почему именно сейчас-то? Объясни! Почему именно сейчас-то? Так! А, наши... А, наши вбежать. А я нажимал. Хера себе. Я на shift нажимал, ничего не происходило. Hello? Да чё hello? Не hello, а пошли давай. Chapter 1. Хушер Мэнсин. Вперед давай! Сука! Вот это была подстава! Вот это... Давай беги! А чё ты не бежишь-то? Ой, тут управление как сделано, хорошо... А, нет, нехорошо, ладно. Не, он все-таки бежит, смотри-ка. Так, где-то мы подобрали спички. И где-то мы подобрали ручку. Ой, не ручку, а ключ. Здесь я, в принципе, все слушал, здесь мы делать ничего не будем. Так, вон там мы подобрали спички, по-моему, да? Ну-ка. Да, точно, здесь мы подобрали спички, вот они лежат. Поэтому давайте мы их возьмем еще разочек. Да, это старый этот, я понимаю. Иди. Так, спички. Спичками мы разожжем камин. Понято. Окей. Блёха, а чё ж там за говно-то меня забрало, я не понял. Какие-то эти дымовые, дымовые хероборинки. Побежали. Так, мы куда пошли? Вот сюда мы сначала пошли. Ничего поджигать я пока не буду, смысла в этом, наверное, нет. И сохранений здесь, кстати, нет, вот это вообще что-то печально все. Так, мы шли до конца. Нет, подожди, а куда мы? Сюда пошли? Спокойно. Я просто не уверен. Так, ну вроде сюда. Может, мы сюда и не ходили нихера. Зайди. Не, подожди, мы сюда вообще не ходили. Не помню, что он так дверь открывал. Точно. Тихо. Нахер отсюда. Рано пока сюда. У нас есть ключ и спички, чтобы разжечь камин и открыть дверь. Так, спокойно. А чё же будешь, мы послушаем там, там кто вообще? Раз. Берем ключ. Да какой там этот, вон ключ возьми. Ага. Да понял, я понял. А теперь послушаем. А, слышно. Все. Теперь мы хотя бы будем знать, какого звука паниковать. То есть, если какие-то цепи гремят, значит, мы сейчас убьемся. Значит, сюда ходить не надо. Так, ладно, пойдем сначала зажгем камин, потом включим ключ. И посмотрим, что там. В принципе, примерно дом я уже понимаю, дом я соображаю. Дом я вижу, нам не сюда. Нам вот сюда, спокойно. А теперь вот надо слушать. Тут все хорошо, окей. Бляха, особняк, представляешь, особняк, какой-то одинокий чувак, какие-то призраки. Это очень было бы похоже на... А-а-а, во они как зациклены-то, я думаю. Во. Так, подожди. Так эта дверь куда ведет? А-а-а, и вон как они сделаны, все ясно. Теперь все с дверьми стало понятно примерно. Тихо, тогда камин. Сначала камин, без него никуда. То есть, это комната с роялем, правильно? Здесь рояль должен быть. Да, вон там дальше какая-то едальня. Из нее две двери, одна сюда, а другая в коридор. Или нет? Тихо, не туда! Мы здесь были, нам сюда не надо. Фу, я что-то боюсь прям дверь-то открывать теперь постоянно. Вдруг это хероборинка на меня выскочит, и я умру. Давайте использовать спички, можно же? А, это несколько поленьев. Мне должно, чтобы что-то там сделать себе. Ну-ка, раз. Так, инвентарь, как тебя использовать? Так можно? А, используй. Да, смотри-ка, отлично. И что нам это дало? Я могу посидеть. А, это может сохранение. Ну-ка. А что ты не сохраняешь-то, я не понял. Посидеть около камина
Если только не партикулярный дом. И что это значит? Партикулярный дом. Стоять. Нет, да не на R нажимал! А, ладно. Ну да, а другая комната на выход. На выход же? Да. Там дальше что у нас? Дальше одна дверь не открывается, за одной дверью какая-то херня в цепях. Одна дверь на кухню, и одна дверь как раз к этой херне, и одна дверь в коридор маленькая, которая выходит здесь. Все, понято. Ну мы уже смотри, мы прям в доме, ты реально что-то... Че? Здесь, короче, телефон в доме. Хушер должен был, когда звонил ему раньше 30 минут. Короче, Хушер, он имеет в виду, как бабулька или как женщина, не может разговаривать по телефону меньше 30 минут. А второй этаж, наверное, специально завалили, чтобы мы с вами не пошли дальше, потому что это... Тихо. Что это такое? Трибальная маска, ручная, висящая на стене, наверное. Ну-ка. Вот, вот с этим надо что-то сделать, с этим надо поработать, потому что оптимизация плоховатая. Я имею в виду то, что у нас не появляются вовремя значки, они с задержкой появляются. Так, инвентарь, ключ, использовать. Я открыл дверь. Спокойно. Вот смотри, видишь, она не нажимается. Ладненько. Открывай. Вот видишь, задержка какая большая. Очень долго появляются значки. Спокойно, вот первым делом. Ать! А эта херня, интересно, боится света, нет? Просто если она света боится, это хорошо. Ой, слышь, так больше не делай никогда. Вроде чисто. Заходи. Ну... Ах ты шатан! Шайтан какой! Теперь-то дверей мало, теперь я хочу, чтобы они открывались. Нету. Открывай. Открывай. Вот! Хорошо, спасибо. Первым делом выключатель. Первым делом выключатель. Ну а призраки? А призраки они с кругом. Суки, где хочешь, могут появиться. О! Одинокая кровать с видом на землю. Ну, вообще нормально. Я бы не стал здесь спать. А, это несколько маркированных страниц и очки или вода с пропитанными пилюлями. Главный герой не понимает, что он несет. Какой-то бред нам говорит. Ясно. Ясно. До свидания. Он так нелепо бегает, что обосраться прям. А, это записки о Доместосе и временных столах здесь. Другие были написаны кириллицей. Ладно. Все, тихо. Заходи. Блин, его бы еще замылить маленько этот хор, он слишком... Невозможно открыть. Как так? А чё же я тогда сюда приходил? Подожди, а у меня ключ-то остался, нет? А, не, мне про ключ больше нигде не писали. А, у меня есть он. А нахер он мне нужен тогда? Может, ушло? Я что-то тогда не пойму, а что мне делать-то? Здесь лампа, тут книжка. А! Что это такое? Короче, масло. Не трогать. Ясно, не буду. Как скажешь. Ну смотри, у нас есть спички и масло. Если у нас есть спички и масло, значит мы можем что-то поджечь. Это же логично. Может быть, дверь сжечь, хотя это глупо. Что он тут пишет? Это невозможно открыть? Ну-ка. Ну-ка.
Невозможно открыть. А давай обольем маслом, попробуем нахер сжечь это дело. Ну-ка. Использовать. Не могу с этим использовать. Ладно. Глаза у тебя, конечно, бешеные, чувак. Просто обосраться. А, он горит. Нет никого. Ладненько, давай. Не открывается. Хорошо. То есть, я так понимаю, сейчас основная проблема этого хоррора, это, ну, не в смысле проблема, а задача не попасть в этой херне. Чтобы этой херне не попасть, надо постоянно что-то слушать. Потому что если ты зайдешь в комнату в какой-то чулан, то тебя там убьет. Окей. Ну, что-то написано, давай. Не открывается. Что это было сейчас? Все тихо. Ну-ка, открой-ка ее. Не открывается. Ну, хер с ним. И сейчас мы выйдем в центральный коридор. Да. Но там проход заграждает. На второй этаж какие-то вещи. Может быть, их сжечь надо? Хотя это как-то немного обануто. Поджигать дом. А ты можешь ее открыть? Ну, конечно. Только ковард позволяет... Чего? Там что-то Бейл или Ойл было написано, я показалось мне. Ну-ка. Нет. Ну, давай масло. Юз. Нет. А соединить их можно? Инсект. Чего? Ну ладно, хер с ним. А чё ж тогда с этим маслом делать? Куда его пускать-то? Тихо, блин! Нихера, сука! Я аж дёрнулся! Вот прелесть этих хорроров, она именно в этом. Ты не ждёшь! Скримеры это не в моде в таких хоррорах. Поэтому ты и дергаешься, как собака некрещенная. Не дает мне подняться по лестнице. Давай подожжем их. Ну-ка. Не могу здесь использовать. Подожди-ка. Стой-ка. Там была комната с глобусом, около которого на глобусе был какой-то этот кран. Может быть, кран зар... Может быть, масло сюда в огонь подлить? Точно. Вообще нормальная идея будет. Ну-ка. Да почему я на тап все время нажимаю? Не знаю, потому что Fallout. Не могу здесь использовать. Ладно. Получается, нам надо, скорее всего, там смазать вентиль. Valve, так сказать. Valve смазать и пройти. По-любому. Слишком мало записок здесь. Очень мало записок. Ну-ка, давай. Да какой таб-то ты достал меня своим табом уже? Это не работает. А что тогда работает? Нахер тебе масло, товарищ главный герой. Ты же зачем-то его взял? Ладно, включи свет. Еще включи. Мне не жалко. Не работает. Так, давайте вспоминать тогда. Куда нам нужно масло? Может, ну реально, масло, оно что-то... А что это такое? Тихо. Что-то было. О, хашеровский чемодан. Что-то не... Подожди-ка, а может вот его облить как раз? Маслом. Ну-ка. Я не могу использовать этот предмет здесь. Так а тогда получается, нет логики в масле? На хлеб это масло... Нет! На хлеб это масло мазать нельзя. Оно же черное. И столько на черный хлеб, правильно? Черное масло на черный хлеб. Может здесь что-то появилось из-за этого? А, вот что-то такое, я этого не видел. Несколько плат из какой-то локации или вакансии, или что-то типа того.
А что это? Ну как ты играл такую херню? Какой-то подарок не изучается. Хаюку 2! А что, это японский хоррор? В принципе, логично. Японский хоррор самый хороший. Во! Они, сука, страшные. Что ужас, что хорроры. Умеют они снимать, умеют они человека напугать. Умеют они, чтобы человек обосрался. Японцы, сука, они такие. Я не знаю почему, но им это дано. Все, тихо, пойдем. Фу, вообще огонь, короче, игра. Просто огонь. Она в гринлайте есть. И это ее надо обязательно поддержать. Это хорошая игра. Главное, чтобы ее в ранний доступ не совали. Или же бы она не по эпизодам выходила, иначе это будет полный бред. Нельзя такие игры, во-первых, выпускать по эпизодам, а во-вторых, нельзя такие игры выпускать сырыми, потому что это очень резко может... А, что за дверь? Очень резко может испортить мнение об игре. А игра-то на первый взгляд просто охуительная. Я даже не побоюсь этого слова. Ключ тебе нужен, да ладно? Ну-ка, на-ка. Это не тот ключ. Здесь есть еще где-то ключ? Может, маслом? Не работает. Блядь, ты откуда здесь ключ-то еще один? Ты издеваешься, нет, надо мной? А я и забыл про эту дверь, прикинь. Значит, мы что-то, наверное, не нашли на кухне. Потому что на кухне тоже что-то есть. Ну-ка. Все тихо. Ладно, заходи. Так вот, короче говоря, если игру выпустят сырой или по эпизодам, я очень сильно расстроюсь. Да и не только я расстроюсь, все расстроятся. Потому что игра вот сейчас просто с первым своим видом очень охеренно выглядит. Так, мы это насмотрели с вами. Это выход в коридор. О! А это что такое? Кухонный платок. Материал спонж. А, еще и кухонный платок. Нихера себе, тут должен быть внимательным. Испугался. Чуть-чуть прям. Самую малость. Пуганулся. Хорошо, это мы видели с вами. А может быть здесь что-то протереть надо? Ну-ка, на-ка. Использовать. А если его осмотреть, так можно? Материал как спонж. А что за спонж? Что такое за материал? Я такого не знаю. Ну для чего там? Может он тянется? Спонж. Что, блядь, за спонж? Так, а вот здесь что мы не прошли? Здесь до сих пор, да? Собака. Да, она здесь. И куда этот спонж засунуть? Но здесь никого. Почему ты не открываешься? А, может быть, смотри. Может, спонжем можно засунуть, короче, эту, как ее... этот. Да куда ты смотришь, не сюда. В замочную скважину, а потом в спонж засунуть платок. Но, пока я это обдумал, пока я формулировал у себя правильную мысль в голове, я подумал, что этим спонжем можно, например, открыть чемодан, который там у кого-то есть, хозяина дома. Ну-ка, попробуй-ка. Нет, не могу. Здесь все? Ладно. Пойдемте попробуем, значит, открыть этим спонжем чемодан, который находится у нас где? Он находится у нас, во-первых, нам надо выйти вот сюда. Раз. Сразу прям. А потом надо выйти вот сюда по прямой. Правильно я помню? По-моему, да. И здесь валяется чемодан. Там за глобус. Да, глобус. Пожалуйста. Глобус. Здесь чемодан. Может, на него применить? Нет, подожди. Ага, окей. Все, 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 давай, давай мне инвентарь. Ну-ка. Хер там. Ясно. Нарисовано, сломано, звуки, как будто что-то внутри. Где внутри? Ну-ка. Не работает. А вот так.
Нет, а вот так. Я не могу. Грязное масло. Чё он сказал? О, ключ внутри. Я что-то не помню, что он рассказал, но окей. Выглядит, как будто пролежал или не использовался здесь много лет. И, кстати, еще один камин есть. Это не камин. Ладно. Так, а теперь повнимательней. Теперь надо прислушиваться к каждой двери по новой. Потому что, видать, что-то произошло. Скрипт, херипт. А, нет никого. Теперь я понимаю, откуда этот ключ. Сука, упала, прикинь. Упала. Задел случайно. Ты игра меня просто прям, что паникует так серьезно. У меня ж вон сам себя задеваю наушники. Все окей. Пошли дальше. Открывай быстрее, человек. У меня прям, я в ожидании. Это демка. Демка, по идее, должна быть минут на 20. Ну, ладно. Да, послушай. Но она идет уже 30. По-любому. Так, еще раз. Нету. Спокойно. Так. Во, старый ключ. Я думал, конец первой части, уже заставку начал ждать. Просто как-то камера так встала, как будто сейчас заставка пойдет. Но нет. Сука, конечно, в подвал, а куда еще-то? А вот это уже, походу, конец. А это старая музыкальная шкатулка, но кто ее забыл, наверное. Ай, какая, да? Сука, какая хорошая игра, прям отвечаю, она просто будет шедевральной. Это охеренно, если честно. Короче говоря, прям вообще. Ссылка на плейлист с CD-хоррорами будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. По поводу игры я, в принципе, уже все во время вот этой вот небольшой демки рассказал. Игра охерительная, я очень сильно буду ждать ее выхода. И вообще огонь. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат. We'll be right back.